Мужчина из «Девушка от меня морозится, находится в позиции взрослого, как его расслабить, убрать рамки влюбить. Какие книги, фильмы, сериалы полезны для девушек по теме соблазнения? Любая художка вообще совершенно бесполезна по теме соблазнения, честно скажу. По теме соблазнения полезно тренироваться, но что конкретно полезно по теме соблазнения? Я конкретно объясняю на тренингах и показываю куски, и фрагменты из этих книг. Но это касается, когда мы, допустим, должны снять какой-нибудь стиль, пойти его отработать. Вот это полезно. Ну, то есть, например, вот в книге «Охота на самца», в новой, да, э, значит, монолог «Даллас». Вот монолог «Даллас» полезно и круто пойти и отработать реально. И когда вы пойдете и отработаете, вы поймете, насколько это круто. Но необходимо просто снять все параметры, которые там есть. Э, то есть э, манеру речи, э, интонацию, Состояние этой женщины, которая далась, крутая, которая там любого мужика может, да, это когда ты снимаешь, ты идешь, э, тренируешься, делаешь, начинаешь общаться с мужчинами так, да, то ты э, получаешь опыт. В соблазнении самое важное получить опыт. Если у тебя есть опыт, у тебя есть знание. Знание это опыт. Многие девочки говорят: у меня есть опыт опыт взаимодействия с мужчинами, потому что у меня есть большой опыт, у меня есть даже своя система соблазнения, и когда я говорю, ну окей, а как это, как то, как все, она ну, видно по ней, что она не знает, как это делать, она просто слышала, как это делается или где-то прочитала в теории, ну вы знаете, это как в теории изучать, эм, как за рулем машины ездить, а потом сесть за эту за руль и ты ни хрена не поедешь, у тебя руки, ноги не будут работать, вот правильно. То же самое здесь. Мы посмотрели кусочек фильма, да, Даллас, пошли и сделали на 10 мужчинах. После этого у нас есть еще такой момент обратная связь. Да? То есть получили обратную связь или сами себе дали обратную связь, что можно было бы сделать еще, что можно было бы делать лучше. В этом есть система тренировки. И так происходит рост, практический рост. С в общении с мужчинами, в раскачке их на разные эмоции и так далее. И в этой ситуации, вот, когда идет рост, да, ты начинаешь это понимать, что ты, получая, получая опыт, растешь, видеть это по тому результату, который ты получаешь от мужчин. Видеть, чувствовать э, результат. Да, есть результат. Это что такое? Что для нас результат вообще? Хотят быть, ведутся, там, задаривают подарками, содержат, ну все вот это, что вам нужно, да? Готовы там сорваться в любой момент и там оказаться рядом, помочь. То есть ты понимаешь, что ты значима для него, и он нарушает свои правила ради тебя. Вот это основной параметр, на который надо обращать внимание. Нарушает ли мужчина свои принципы, правила ради тебя? Если нет, то ты его не соблазнила. До тех пор, пока он не начнет нарушать правила ради тебя, это значит, твоя значимость не такая-то и высокая. То есть ничего не произошло. А вот если уже нарушает свои правила, нужно понять, какие у него правила, да? вот это основной критерий соблазнения то есть было ли соблазнение вообще если не произошло нарушение правил то соблазнение даже не началось ты ничего не сделала и большинство девочек на самом деле мужчин не соблазняют они просто либо э, удобные либо встретились два несчастья да такое вот. И, и, находятся друг с другом, потому что встретились. Так случилось. Там, познакомились и вместе там, и так далее. Это не соблазнение, это хрень. Соблазнение это когда ты подействовала чем-то там на него, а он вдруг понял, что ты невероятно значима для него и начинает нарушать свои правила. И тут фильмы тебе помогут только в том ключе, если ты посмотрела кусок, взяла, смоделировала, пошла и сделала. Все. Других вариантов там, зачем фильмы нужны, вообще нет. А, прям, чтобы фильм рассказал, как правильно взаимодействовать с мужчиной, как его соблазнять. Но это нужно, чтобы фильм по книжке «Игра мастера охотницы» сняли, или фильм по книжке «Дневник по соблазнению миллиардера» там сняли, да. Там реальные вещи как бы рассказаны. Там рассказано то, что делает человек, тренируются, фишки конкретные, техники и так далее, да. Как, как правило, зачастую ни один режиссер там, ни один э, сценарист вообще не шарит в этом, поэтому обычно э, пишут какую-то фигню, которая не имеет отношения к практике никакой. Для того, чтобы они писали что-то крутое, нужно, чтобы у них, у самих был там большой опыт. В практике взаимодействует именно вот четко. То есть они должны или разведчиками быть, там, я не знаю, кто этим еще занимается, либо нами, там, да, которые на практике постоянно этим занимаются. Для тех, кто здесь в стриме впервые, для тех девчонок, значит, я читаю вопрос со своего WhatsApp. Вот, WhatsApp э, всем известен, он под этим эфиром в описании можете посмотреть, можете ткнуть туда просто и написать свой вопрос. Я его вижу здесь, у меня на WhatsApp.